Да, вы забили первыми, потом пропустили дважды. С чем это могло быть связано? Ну, наверное, с расслабленностью, потому что оба гола, просто там один человек обыгрывал 2-3, двух-троих наших, и за счет этого пропустили. Просто расслабленность какая-то. Ближе к концу тайма было много борьбы, в том числе в центре поля. Что тогда не позволило отличиться? Командам? Ну, наверное, как раз-таки борьба и не позволила. Все, наверное, немножко подзавелись, потому что игра не получалась, что ни у нас, ни у них. Все были немножко напряжены, из-за этого было много борьбы и мало голов. А почему не удалось конкретно вам отличиться? Знаю, соперник. Забили быстрый гол во втором тайме, тем самым восстановив равенство. Какая была задача на остаток? Какая? Естественно, выиграть. С самого начала была задача выиграть, но что-то пошло не так. В целом, по такой игре можно ли считать ничью закономерным результатом? Да, я думаю, в принципе, да, потому что были такие качели, и у парней были моменты соперника, и у нас были. То есть победить мог каждый, но ничья, наверное, закономерный результат.